Всем привет, друзья, на связи Байрон, а если вы меня потеряли, то спустите взгляд немножко вниз по левой стороне экрана, потому что я сегодня там. Я думаю, что так будет лучше видно, что происходит в игре, потому что моя фейс, моя вебка перекрывала довольно много всего. Итак, мы в PotionCraft, как вы уже поняли, продолжаем варить зелье и все такое. Но для начала... Во-первых, мне тут напомнили, что у меня здесь валяется одна штука, которую можно убрать обратно, дабы она не потерялась. И да, все-таки мне кажется хорошей идеей, переименуем зелье. Пингвинариум. Пусть так и будет. Отлично. Так, с этим все. Идем в сад. Чуть такое. Кровошип. Вот такого, по-моему, не было еще. Покрыт липкой красной жижей, похожей на кровь. Так, террария, водоцветик. Что-то одно такое интересненькое, новое, и все. Как сад прокачать? У меня мало ингредиентов. А, ну хотя... Смотришь такой, как геймер, да, на полку? Мне не во что играть. Про женщин говорят, что, типа, мне нечего надеть. Про геймеры, не знаю, мужчины, женщины. Да по барабану, геймер есть геймер. Так... Здрасте, чем мы такие красивые? Мне нужно зелье, которое сделает меня быстрый, как ветер. Так. Зелье для диареи какое-нибудь дать ей. Быстрее ветра будет. Но ко мне тут многие приходят. Так. Ветер, это скорость. Скорость, где у нас зелье? Вот тут вот есть. Быстрота и очарование. Хочешь еще и очаровательный быть до кучи? О, понравилось. Давай. Быстрый как ветер, но говорить будем про алкоголь. Пойдет. Так. Все нормально. Лети, как вольное ветра. Так, здравствуй. Как ты знаешь, хорошее пиво следует пить только охлажденным. Да, был тут один идиот в прошлый раз, который хотел его нагреть. Но летом или в южных землях тяжело сохранять сей напиток холодным. Хочу сварить пиво, которое бы оставалось холодным всегда. Дорогой мой... Я тебя полностью поддерживаю, на. Тебе прям вот зашибись будет. Но давай мы с тобой холодным всегда. Может, у тебя найдется подходящее зелье. А часто в южных землях будешь? Да не особо. Такое ощущение, что ему зубы выбили, да? Да не особо. Оттуда приезжает мой друг, он владелец таверны и закупается у меня пивом. Это тот самый друг просил меня придумать вечно холодное пиво. А? Так, это какие-то конкурирующие пивоварни, судя по всему. Ну, давай поторгуемся. Ну, алкоголь, естественно. Сегодня какой-то алковыпуск, да? Смотри, с утра пораньше обсуждаем алкоголь. Нормально. Давай. Мне нужно какое-нибудь опасное зелье, чтобы намазать им мое оружие. Смотри, есть яды, есть молнии будут фигачить, есть огонек там, не знаю, тебе что? Давай по классике. А? Вот такую вот штуку я тебе дам. На, понравится? Нормально, но за яды я прям тема монстры. Ну хорошо, верю. 63, а что-то как-то дешево, не? Мне нужно зелье, которое сделает меня сильным. На. В смысле? А, это то самое проклятое, это несчастное. А! Что-то с ним надо сделать. Так, зелье силы. Силу 2. Эй, пока, ну тебя нафиг. 71, давай торговаться. Так. Я умудрился промазать в такую огромную штуку. Серьезно? Это как вот? Добрый день. Трав у тебя еще хватает? Всегда полезно иметь небольшой запас. А что ты делаешь, когда не собираешь травы? Ну, так вот, просто интересуемся. Обычно ухожу куда-нибудь в глубину леса, выбираю место поживописнее и сижу там, слушая пение птиц. И сама петь пытаюсь, пока никто не слышит. Окей. Что есть? И что такое? Волосатый банан? Ладно, я ничего не говорил, вы ничего не слышали. Да пока не надо, наверное. Все дороже, жизнелист у нас есть еще, все, спасибо. Давай.
удачи. Я случайно себе прищемила палец, и он до сих пор болит. Может быть, вы мне как-нибудь поможете? И да, не нужно мне подсовывать слабые зелья. Мне нужно лучшее, и я готова за это заплатить. Доплатить. Люблю, когда зелье... Состав зелья простой и понятный. Я доплачу, если в зелье будет не больше 3 видов ингредиентов. А по-моему, у меня такое есть. Как бы... Нет. Троечка. И тут вообще всего из 2... Давай. Смотри. Давай. Еще и поторгуемся. Прекрасно. За 110 лечилку я еще не продавал, по-моему. У входной двери моего дома заклинил замок. Как же мне теперь попасть в дом? Может, у тебя есть способ? Сила нужна или что? Или ловкость? Да блин, ну не катит оно вам, да? Может, ты на пороге поспишь? Я тебе зелье сна могу дать, забудешь о проблемах. Ладно. Ну давайте зелье силы ему бахнем. Нет? Угу. А что у нас имеется? Каменная кожа пингвина... Блин, зелье света, взрыва, маны молнии, быстроты левитации. Через выхлопную трубу, это, через печную, сможешь залезть, не? А что у нас, зелье ловкости же есть еще, а у меня рецепт его не сохранен, да? Так, секундочку. Сейчас посмотрим, чем мы можем вам помочь. Зелье ловкости надо, да? А оно у нас где? Оно у нас фиг пойми где. Это что вот? Это нет, это какая-то кислота или что-то такое было. Куда я зелье ловкости дел? Вот это вот что ли? Ловкость, да, вот эта лапка. Так, дружище, может быть мы вот так вот сделаем просто? На водоцветике. Еще. Угу. Как-то так. Я думаю, что... Пусть будет до конца. Сохранять некуда только, да? А мы, кстати... А, нет, мы туда уже проходили, да? Пускай будет, да. Как-нибудь так. Мешаемся. Отмораживать я тебя не буду, а то опять будет проклятое какое-нибудь зелье, которое не понравится никому, да? Так, а куда поведет? Вот так вот, да? Так, аккуратненько. Так. Ну-ка, давай. 3. Что-нибудь бы... Сильное зелье ловкости. Так, ребят, мне прям... Мне оно прям нравится. Как водится вот так вот, естественно, да? Нет, что-нибудь давайте такое вот. Угу. Так. И... Нам бы... Сейчас я сохраню, не пугаться, не пугаться. Я помню, что надо сохранить. Мне надо только сначала избавиться от чего-нибудь такого... Странного у нас. Быстрота и очарование, вот, по-моему, это странный рецепт, нет? Давайте мы его грохнем. А вот это вот сохраним и завершим. Сейчас, смотри, чувак. Сколько тут?
Три минутки за пар. Ты да обалдел? Хамло, есть зелье, которое поможет сразить каменного или железного голема? Ловкость подойдет? Опять не нравится. Да что ж с тобой не так-то? А так? Каменного или железного? Ну, знаете, типа... Усталость металла, там все такое, может, тебя отморожит? Нету. Так. Ща, подожди. Подожди. Где тут пусторосль была? Или как ее? Не-не-не, не сюда. Не вот это, не то. Не это, да блин. Неужели нету? Вы что, серьезно? Слушай, ну... Я не знаю, может быть, тебе подойдет? На. Козел. Хочу, чтобы моя кожа была твердой, как камень. Опять. Ладно, подождите. А, где-то у меня было вот это дело. Вот каменная кожа. Вот. А что у меня закончилось такое важное? Грязигриб, да? Ну, я и без грязигриба, по-моему, это могу сделать, нет? Там террарий же нужно много. Сейчас, подожди. Сейчас мы тебя натеррарим немножко. Тап-тап-тап. Еще террарию. Я один это слышал сейчас или нет? Я не понимаю. У меня вроде ничего больше не запущено. Откуда оно берется? Мне непонятно. Итак. Колоколец. Да? Так, террарию. Который у меня, кстати, сейчас не останется уже. А, вот сюда. Ага. И, Да стой ты, ну что ж такое-то? Да мы еще сильно низко так не спускались, да? Нам бы надо. Мы можем на Добрянике сделать и потом вернуть. Немножко. А можем попробовать... Так, а сильно оно? Оно право еще должно будет повести. Но, по-моему, не так сильно, как нам надо бы. Так, что я тут такое тронул? Было очень... Вот, типа, жизнелист можно фигануть. Давайте попробуем именно так и сделать. Так. Стоп, что мы делаем? Да. Мы мешаем. Водовороты как-то... Ой. Нам бы еще куда-нибудь сюда. Ну что, Добрянику ему бахнуть. Я хочу подороже его продать просто. Вот так вот. Ага. Смотри. Нет? Вот так. Можно было на одной Добрянике, поэтому сохранять пока не буду. О, очко таланта. Так понравится? Только давай торговаться. То ли я сегодня в лучшем расположении реакции сам по себе, то ли они как-то медленнее двигаться стали. А, все, это был последний, да, прости. Где вот этот вот товарищ? Чи? Давайте перед тем, как спать, мы тут немножко порисуем. Ага, нифига мы не порисуем, потому что нам везде теперь нужно по 2, по 3, по 5, по 10. А! Ладно. Так, а что я? Улучшение лавки? Стойте.
Покупайте новые улучшения у торговцев. Сломанная алхимическая машина нуждается в поддержке. Кожаный. А что, я могу что-то еще... Непонятно. Неясно. Легендарные рецепты. Но это да, это для машины. Это главное меню. Ладно. Стоп, жизнь... видали, да? Если вы лепестки перебираете, то... Интересно. Жизнь, вода... Магия, воздух. Это же роза ветров алхимическая, буквально. Чё, куда вот идёт, да? Вот, смотрите, жизнь, вот она пошла. Вода. Обалдеть. Никак... Каждую... Ни серии без чего-то такого открытия, да? Какого-то. Интересно. Интересно. Хорошо, идем спать. 16-минутный день. Это неплохо. Где торговец машинами? Я скоро над златом чахнуть буду уже. Так, сюда. Террария. Надо много террарии. Это что было, я не понял. Но это террария. Тра-та-та. Мало. Мне прям не додают, чувствуется. Доброе утро. Мне кажется, что овощи на моем огороде как-то сильно измельчали. Ща, погодь. Зелье буйного роста тебе надо, я понял. Вот, вот это, вот, вот это, да? Вот это буйный рост. А, сварить. Давай, на. Давай торговаться. Так, так, так. Так, так. Нормально, 170. Хорошая продажа с утра. В горах случился обвал. Вот этот товарищ мне очень интересен. И тоннель, который вел в мою деревню, оказался завален. Как же мне теперь добраться домой? Тебе приходил к нам такой товарищ? Уже, я не помню, ему сила нужна или бомбарда? Нет, ему бомбарды, по-моему, надо какой-то. Так, вот это сильное зелье взрыва, да? А, это по заказу Геральта, да? Смотри, чувак. Лучший ведьмак покупает... Да, я считаю лучшим ведьмаком. Кто-то, может быть, со мной не согласен, можете вступить в конструктивный диалог в комментариях. Так, торгуемся. Так, 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 так. О погоде. Вот ты. Иди отсюда, болтун. Мой магический посох стал плохо работать. Нужно как-то восстановить его магические свойства. Возможно, есть какое-то зелье для этого? Да, как мне подсказали, в комментариях будет еще отдельно для зелья для того, над чем хочется пошутить. Это не то. А вот оно, по-моему. Зелье маны. А что там вниз и... Слушай, а может быть мы тебе помощнее сделаем? Где оно? Не вниз, вверх, да? Это вот магия получается. Так. Ну-ка, если мы прям вот так вот переключимся нам туда. Колдовской гриб. Слушайте, а по-моему это идеальное будет. Из колдовских грибов сделать зелье манны, да? Оно прям вот идет туда, куда и надо. Так. Но не дотягивает немножко. Так. Теневая лисичка. Что-то их мало как-то. Можно ветроцветом, конечно, бабахнуть. Туда, но нет, не можно. Давайте что-нибудь... Что-нибудь получше поищем. Нам надо что-то вверх. А вверх у нас, кроме теневой лисички-то, нифига и не ведет больше. Ну, либо еще один колдовской гриб кидать. Давайте я его полностью сейчас растолку. В общем. И мы будем экспериментировать, догоняя и доливая. Так, так. Так, вот это уже вот близко. Вот, вот. Так. Знаете, не видно нифига. Можно мне вот так вот? Я прям хочу четко наблюдать за протеканием химической реакции. Еще можно туда увести. Вот так вот прям. Угу.
Так, еще немножко водички. Вот так. А? А? Уф. Сильное зелье маны. А? Вот это вот мы нафиг удалим. Да? Так, а вот это вот мы... Давайте... Какую-нибудь такую вот, вот... Вот такую вот... Вот так вот, да. И оттеночки я хочу немножко поменять. Так. А вот это вот, вот это вот. Что такое? Вот это вот какую-нибудь вот вообще вот такую стальную. Немножко, да? Да? Хочу поугарать просто. И зелье маны, по-моему, должно быть в каком-нибудь... Слушайте, а чё нет? Ну, прикольно же. Да? Или вот такой? Такой вот, бутылину такую. Угу. А пока так и оставим, да. Так, следование камеры можно было отключить, да. Так, сохраняем рецепт и завершаем зелье. Угу. Товарищ? Вуаля, вам понравится. Только мне цена должна понравиться. Угу. Читаешь, пишешь, шкафы читаешь. Вот эта цена мне нравится. До свидания. Удачи с посохом. Привет, алхимик, не желаешь пополнить запасы трав? Кстати, у меня есть одна просьба. Мне бы пригодилось одно из твоих зелий. Опять? Иногда мне приходится собирать растения ночью. Ну и делать это в темноте, мягко говоря, затруднительно. Say no more. Как говорится, сейчас эти зелья бахну. Световое такое. Мне бы пригодилось, который поможет лучше видеть в темноте. Ну, не хочу ненароком устроить пожар. Но сейчас, сейчас, подожди. Есть у меня такое. Вот, вот это вот солнышко, светяшка такая. А что-то она опять какая-то у нас фиговая, не? Так, подожди, покажи свои товарчики. О! Так, путоросль нас не интересует особо. Жизнелист, да неплохо было бы. Террария, что такая дорогая? Давайте пока вот эту вот фигню мы можем взять. Я готов за это сейчас заплатить. Мы с ней поторгуемся, и она нам отдаст это дешевле значительно. Вот эти вот прямо уходят за милую душу. Я бы вот так вот взял даже. Угу. Ладно. Ой. Торгаш из меня, конечно. Обалдеть. Ну ладно, у меня и так за 5000 было уже. Так, тебе нужно зелье света. Да? Это вот оно вот? Вот оно. Нет, это взрывашка. Погодь. Погодь, а зелье света было не там. Да? Это кислота. Это буйный рост. Тр-т-т-т. Стоп, а где зелье света было? Во! Вот это. Так, ну, огненные колокольцы нам определенно нужны. Да? Много огненных колокольцев, поэтому толчем и не паримся. Сейчас мы ей засветим здесь. Главное, чтобы нам потом тоже нифига не... Не вышибло пробки. Мне еще интересен тот товарищ, который приходил, помолчал и нифига больше ну, не сказал, ушел. Кто это? Что это вот ему надо было у нас? Так, теперь. Да ладно! Блин. Серьезно? У меня нету ничего, что повело бы вниз? Вот, кстати, этот волосатый банан нам может помочь сейчас. Вонючий гриб. Подойдет же, да? Так, давайте. Так, и нам теперь надо что-то вверх. Такое. Можно бешеный? Но мне не хочется.
Кровошип, но его, блин, мало. Давайте обычный ветроцвет бахнем. Вот просто без всяких этих. Ага, вот так. Поехали. Собирашки. Так. Знаете, вот так вот сделаю нафиг. Включу следование камеры и... Вот так вот, кажется. И немножко водички. Давайте вот так вот. Чтобы в горлышко совпало, да? Вот так. А? Идеально. Совпадение. Так, нагреваем. Зелье света. Зелье света мы... света пока. Света привет. Сейчас будет. Вот такой вот какой-нибудь. Зачем я повернул круг на какое-то количество градусов? Это же ничего не меняет, да? Вот такой вот. Звезда и Орендели, или как она там называлась? Пусть будет. Вот, да, хочу. Сохранить рецепт и завершить зелье, да. Может быть, так ее и подписать, кстати. Я, правда, не помню, как пишется правильно название. Это из-за Властелина колец, если кто-то не помнит. Так, какое зелье нужно? А, да, зелье. Точно, на. У тебя ничего не прибавилось. Иди. Пока. Так, меня замучил пан... ща. Обжди. Так вот. Готов доплатить за лучшее зелье. На. Слушай, я тут немного провафлился, давай поторгуемся. Если что, я, наверное, найду зелье, которое мне тут приберется. Так, 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 так. Немножко нарушим свои же правила. Отлично. Все, беги. Хочу зарядить свой посох морозной магией. Есть подходящее зелье? Ща. У меня тут пингвинариум есть. На. Тебе должно понравиться. Но только это денег стоит. Так, 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 так. Так, так, так. Так, продать. Мне нужно зелье, которым можно вывести тараканов, клопов и прочих насекомых. Чтобы предложить зелье, поставьте его на поднос. Тебе яд нужен, что ли? Им же яды как бы... или нет? Или им яды... Не знаю, я бы тебе мелок Машеньку сварил. Но я не знаю как. Ну что тебе, яд фигануть? Давай. Но только тараканов и клопов. Запомни, и торгуемся. Ой, блин. Ой, блин. Ой, блин. Так. Так, 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 так. Тихо-тихо, сейчас я тебя дожму немножко. Вот, все. До свидания. Нормально, да? Так, и все. Где товарищ, который... Стоп, это что у нас? Это у нас что вот это... Достигнитесь 7 уровня популярности уже достигли. Где чувак, который нам продаст вот эти вот эти детали? Вот у меня уже 5000 денег хороших. Ладно, идем спать. Давайте денек по-быстрому проведем. Еще 30 минут, ну, чтобы так. По 15 минут в день, 45 минут видео, я думаю, нормально будет. Если нет, то, кстати, напишите в комментариях, какой формат вам оптимален. А, так, 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 ничего специфичного не вижу, но в этот раз как-то даже так многоватенько, многовастенько. А что, если не собирать какой-то день? Вот мне интересно, вырастет больше? Ну, типа, разрастется ли? Ладно. Здорово! Отличные новости! Буквально вчера у меня появилась новая алхимическая машина. Ты наверняка заинтересуешься таким аппаратом. Хочешь взглянуть? А?
Создание веществ в алхимической машине – это верх искусства алхимии. Толочь траву в ступке и варить зелье в котле – это, конечно, тоже непростое дело, но когда дело доходит до чего-то великого, в дело вступает машина. Если считаешь, что готов разгадать тайну философского камня и других легендарных веществ, тебе придется много времени провести перед машиной, экспериментируя и находя оптимальные рецепты. Товары покажи. О-о-о-о-о, алхимическая машина. А, типа все вместе? Новенькая алхимическая машина, которую можно заменить развалину в вашем подвале. Состоит из главного отсека, печки и 5 сосудов. В дальнейшем может быть расширена с помощью дополнительных запчастей. Позволяет создавать некоторые легендарные вещества. Естественно, да. А, еще и поторговаться можно. Слушай, чувак, ну это прям 170. У кого-то были дешевле они. Ну давай я поторгуюсь еще. Вот так вот, троечку мы с тобой возьмем. 200. Давай вот, вот так. Да? И торгуемся. Ну что, алхимия, естественно. О чем говорить с чуваком, который предлагает алхимическую машину? Нифига, я ему там и кубков, и каменей всяких накидал. Поехали. Так, 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 так. Так, 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 эй! Да блин! Все, это провал. Давай хотя бы не настолько максимум, насколько я мог прииметься, да? Ах, обидно. Ну да ладно. Путь алхимика, глава 3. Отлично, вы завершили главу. А, так это всегда одинаковое будет, да? Хорошо, ладно. А, и четвертую? Я же говорил, да, мы как-то две главы сразу, наверное, бахнем. Алхимическую машину, да? Четвертую. А, нет. Слушайте, большую книжку опыта на алхимической карте. Создайте Негреда. Нет. Еще не... Это нам новые задания открыли сейчас. Создайте Негреда. Слушайте, это огонь. Не, эта серия будет большой, судя по всему. Ну да ладно. Так уж оно и быть. Да? Так, алхимическая практика. А, навык торговли. Чем выше, выгоднее изначальные цены. Я так понимаю, нам еще много чего придется покупать, и какие-то ингредиенты тоже надо брать, потому что сад у нас не улучшается. Поэтому вот это дело нужно. Все, ладно, спасибо. До свидания. Приветствую, мне снова нужен яд. Думаю, не требуется вам напоминать условия нашего сотрудничества. Снова? То есть я тебя продал, да? Тогда. Деньги нужны, чувак. Единственное, что я только вот хочу его сделать теперь. Да, каким-нибудь вот таким вот. Да. Пожалуй. Она маленькая, капец? Окей. Ладно. На. Только торговаться. Бицы какой, а вообще тут и кинжалы, и отравушки всякие. Вали отсюда. Мне нужно зелье, которое повысит мою выносливость. А чё я ему не предложил вот опять торговцу, да, вот это вот зелье продать? Выносливость. Ну, силу, да. Давай. Так, 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 так. Так, так, так. Так. Нормально. Я всегда торгуюсь, но у людей иногда получается выторговать у меня как бы... подешевше. Я хочу какое-нибудь зелье, которое усилит меня в бою. Хочу быть еще сильнее и быстрее. Силы и скорость, да? Сейчас, подожди, свояю. Быстрота у нас вот здесь, да? Это же быстрота, это не левитация, я правильно помню? Нет, зелье левитации — это просто вот эта вот фигушка. Быстрота 4. А почему у нас, напомните мне, не получилось тогда сделать что-то быстрота и... Что он там просил? Сильнее и быстрее, да? Ну, давай, ветроцветами. Сначала будешь быстрым.
А потом уже сильным. Окей. Вот это вот может нам помочь прям. Прям очень может нам помочь. Давайте ему максимально сделаем сейчас такой... Блин, маловато на самом-то деле. Ладно, давайте еще один ветроцвет. Так. Угу. Мышаем. Двадцаточку собрали. Ну нет, она в сторону уже уводит. Блин, вот нужно что-то чуточку такое. Ладно, нагреваем. Не знаю, чем пока таким недорогим заменить это дело. Угу, тащим все это. А так, и эту террарию, да? Вниз. Вот так вот. Террашку туда. Все, погнали. Так. Какую-то нам большую книгу, кстати, предлагали собрать. Но я не совсем понимаю это. Так, да и просто так ее, наверное, да? Вот так. А ну мы оба по три, наверное, не смогли бы запихать, да, сюда? Так, смотрите. Потихонечку, совсем потихонечку, вот так, зашибись. Слушайте, 2-3, мне кажется, это хорошее зелье, чтобы сохранить его. Сила плюс скорость. Ага. Так. Давайте какую-нибудь вот такую вот штукенцию бабахнем. И что у нас? Что у нас надо? Сила плюс скорость. Дуделку какую-нибудь. Но это вот отдельная. А, я не знаю даже. Давайте вам торс такого. Чувачка. Скинем. Пусть он будет каким. Золотым. Угу. Вот так вот. Вот так вот. Так, сохранить рецепт и завершить зелье. Все правильно же? Шеф, смотри. Очень дорогая штука. Так, так, так. Солнечно, конечно. Да блин. Ты издеваешься? Ладно.
Вот видите, да, торгаш, торгаш. О! Ну здравствуй, алхимик, грибочков не желаешь приобрести. Кстати, мне бы не помешало зельце одно, не подсобишь. Некоторые грибы любят расти в пещерах. Я пару таких пещер знаю, да только там темно очень, не видно низги. А с факелом по грибы ходить такая морока, руки-то заняты всегда. Вот сварил бы ты мне какое-нибудь зелье, чтобы в темноте можно было грибочки собирать. Так я бы тебе еще больше разных грибочков приносить стал. Смотри, дед, а есть у меня тут такая штука. Не сохранил. А, нет, сохранил. Сохранил, не надо меня пугать. Во, смотри, на. Пожалуйста. Так, что у тебя? Вот вонючие грибы. Махогриб. Интересная траектория. Колдовских обязательно. Это мы прям... Слушайте, а давайте мы просто все нафиг, что у него вот есть такого... дешевенького, да? Мы будем скупать. Ну и торговаться, естественно, пробуем. Ой. 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 Так. Так, так, так. Отлично. За 300. Нормально. Пока. У меня бессонница. Есть такое дело? А я не сохранил его, да? Сейчас. Я видел. Я видел, есть тут. Ага. Нам бы водоцветов мы, кстати, дофига насобрали. Это прям оно. Так, и какую-то любопытную штуку мы брали еще. Вот это нам вот туда вот куда-то надо, да, получается. Добрянику можем в итоге использовать, да? Какой-нибудь жизнелист, если уж нам так присобачит. Ну, давайте водоцветы пока. Пока водоцветы. Хочешь замерзнуть во сне? Можно сейчас нагреть, и она замерзнет. Какие парадоксы, да? Или ловко спать очень. Не знаю, или буйно расти во сне. Какие приколы есть, а, однако. Так, ну это редкий ингредиент. Я бы предпочел вот... Давайте на жизнелистах попробуем. Завязать. Так, и вот еще один. Или нет? Или все-таки добрянику? Но вот добряника на самом деле идеально сейчас вкатят сюда. Здесь можно будет сделать трешку. Давайте. Я бы сейчас тоже какого-нибудь зелья. Ладно. Погнали. Кто это, блин? Так. Подкрадываемся к самому, блин, интересному. Что такое? Что? Что? Вот так. Угу. Значит, нам надо где-то... А, тут есть вот какая-то странная такая наводяшка, да? Вот, вот так. Должно быть идеально. Тихо. Так. О. Прям вообще оно. Да? Так, не-не-не-не. Давай мы сначала нагреем. Пока нас не нагрел никто. Вот такой вот это... Вот, такой вот возьмем штуку. Угу. Да. А, вот такую вот. Вот зы-зы-зы сделаем, чтобы было видно. Мы спим. Прямо спим.
Какое есть сильнейшее снотворное? Как его подписать можно? Пока пусть будет сильное зелье сна, но мне кажется... Туда, да. Сохранить и вот так вот. Ага. Да что такое? Откуда это? Что происходит? Торговаться. Чтение. Ну, под сон самое оно. Особенно, если читаешь какую-нибудь муть. Нормально. Приятных снов. Алхимик, мне нужны какие-нибудь зелья, которые пригодятся на охоте. Готов заплатить за действительно сильное зелье. Подождите, а что я ей продал? На охоте. Ловкость. Хочешь? Трешечку. Давай поторгуемся. Так, 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 так. Так, их, так. Угу. Отлично. Здравствуйте, у нас в селе болеет скот. У одной соседки коза подохла, у другой овца. Теперь и у меня корова захворала. Может быть, у вас есть чем вылечить мою буренку? А то жалко животинку, да и молоко в хозяйстве лишним не бывает. Ща, у меня есть сильнейшее просто зелье лечения. На. Сильнее не найдешь. Пузатое такое. Корове самое оно. Давай поторгуемся. Я, конечно, животных люблю, но деньги тоже люблю. Так. Мне нужно зелье, которое поможет забраться на высокую отвесную скалу. А сам заберешься, ловкость тебе просто дать, или ты взлететь хочешь? Зелье левитации есть. Делается оно, конечно, черт пойми из чего вообще. Не хочу сейчас заморачиваться уже. Давайте сварим ему такое, отдадим. На. И, естественно. Так, 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 так. Отлично. 525. Класс. Так. О, какая штука. Видали, да, чё? О, здесь что-то есть вот такое вот. Для улучшения алхимической машины нужны запчасти. Запчасти можно купить у торговцев. Это я понял. Вот тут какие-то, слушайте. Обалдеть. Какая классная штука. Это чё вообще? Это... Чего? Так, я, кажется, нашел причину. Эта фигня была в моей ОБСке. Я прошу прощения за внезапные вот эти вот вкрапления каких-то посторонних звуков. Впредь буду этого избегать. Так, а мы сюда хотим вернуться. И что-то у нас здесь было. Легендарные рецепты. Так, нам нужно... Нам нужен абсолютный яд. Да? Альбеда и соли пустоты. Нужен абсолютный яд. Мне, кстати, нравится вот это. Абсолютный яд или абсолютное снотворное для троечки. Да, зелье силы на тройку, каменная кожа на тройку и снотворное. Снотворное у нас есть. Так, еще раз, елки-палки. Снотворное туда, яд туда. Давайте яда сделаем. В смысле? Да серьезно? У меня нет... У меня... А чего у меня нет? Кстати. А, у меня нет вот серной полки, нет. Какая беда. Беда. Так, ладно, с ядом не срослось. Сила, каменная кожа и улитков надо найти. Сила. А сила только на двуху, да? Мы так и не можем достичь. Каменная кожа вот у нас есть, трешка. Опять ингредиентов не хватает, да что ж такое грязигриб? Угу. Грязигрибы есть не всегда. Давайте сделаем зелье каменной кожи. Я же правильно понимаю, да? Да, зелье каменной кожи в треху, но без грязигриба. Вот сюда. Аж. Ладно, поехали. Нам нужна террария. Много террарии. Так.
Знаете, что делают зерна кофе перед смертью? Молятся. Не знаю, к чему эта шутка. Скорее всего, многие смотрели The Last of Us. Кстати, этой шутки, по-моему, не было в игре. Но я, по крайней мере, не припомню такого. Так, нам надо бно обойти это дело каким-то странным способом. Колокольц туда. И до нём. Но только и предварительно разотрём его, а потом уже... Точнее, пиванём мы его, не еданём. Нет. 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 Да террарию, судя по всему, да? На простых ингредиентах будем делать. Без выпендрёжа, потому что у нас вот этого... Гриба как бы нет уже достаточно давно. Ага. Еще одну террарику. Вот это я зря, наверное. Хотя я вниз увел. Должно сейчас все быть. Можно было, наверное, не так сильно вниз уводить. Хотя, с другой стороны... О, слушайте, это должна быть трешка. Это должна быть, мать ее, трешка. Так, 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 так. Ага, ага. Прекрасно. Если нас там сейчас черепки не зачерепуют... Хватит. Не, ну должно все, должно пройти. Вот так вот. Смотрите, здесь есть едва различимая такая... Как будто бы рисочка. Так, тихо. Блин, да ты серьезно? Не буду сохранять пока. Опять не то, да? Где-то вот так вот надо. Ну. Вот. Вот. What the... Все, ладно. Не буду сохранять этот вариант, потому что... надо доработать. Вот здесь вот я накосячил. Можно было короче сделать и без использования еще одного водоцвета. Итого, у нас получается, есть вот это вот снотворное сюда. Вот в эту вот штуку зелье силы. Ой, каменной кожи. Да? Вот в эту. Так. И чё, и пока все? Пока все, ладно. 50, ну, уже прилично, короче, видео идет. Я думаю, что на этом мы день закончим. Отправляемся с вами спать. Я вот так вот сделаю. Да, мы спим. Ну, такие дела, друзья мои. Наконец-то мы заполучили эту алхимическую машину и можем с ней экспериментировать. Вот. Спасибо, что были со мной. Понравилось? Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Ставьте свой королевский лайк, если еще не. Ну а я желаю вам всего самого-самого. Не болейте. До новых встреч. А пока. Пока.